Продемонстрировать знания истории и традиции собственного народа, хорошие манеры и интересно рассказать о себе. Вот главная задача участниц межнационального конкурса «Суперневестка Самарской губернии». Удивить жюри надо было и в кулинарном конкурсе, и в творческом. Ольга Сыщенко, представитель Самарской автономии украинцев «Промень», решила впервые спеть на большой сцене. Впервые буду петь с ансамблем «Чаровница добрые молодцы». До этого только немножко пробовала, поэтому это такое будет первое мое выступление. Конечно, волнуюсь. Поем украинскую народную песню «Ой, на горе». Семейный межнациональный конкурс «Суперневестка Самарской губернии» проводился во второй раз при поддержке правительства региона, городской администрации и регионального дома дружбы народов. А организатором конкурса стала национально-культурная автономия казахов «Акжол». Они свой внутренний конкурс расширили до межнационального. Как всегда, говорится, побеждает дружба. Ну, находим такие моменты, чтобы никого не обидеть и чтобы у всех было хорошее настроение после этого праздника. Я считаю, что это праздник, и надеюсь, что эта традиция у нас сохранится и продолжится. Главной целью конкурса является знакомство с многогранностью культуры и традиций представителей разных национальностей, популяризация традиционных семейных ценностей народов Самарской области и укрепление дружбы людей в многонациональной губернии. В этом году конкурс символично приурочен к празднованию Дня народного единства. Цель конкурса – это консолидация, объединение, некая синергия, когда люди на одной сцене заняты тем, что показывают свою национальную культуру, тем самым сохраняя традиции, тем самым их приумножая, тем самым мы видим, что крепнет дружба между как конкретными конкурсантками, так и народами. Отбор конкурсанток для участия проходил в несколько этапов. Приглашались только замужние девушки с семейным стажем более 3 лет. 10 финалисток распределили между собой 10 номинаций, среди которых «Мисс Нежность», «Мисс Талант», «Мисс Обаяние» и другие. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.